с такими переменами. Было, конечно, очень много разного и хорошего, и плохого. И многие подписчики пишут, спрашивают: Алла, куда вы пропали? Где ваши видео? Мы скучаем за вашими видео. Может быть, кто помнит, из последних видео рассказывала, что еду в Париж на встречу с дочкой. Там у меня такой большой трип был, потом расскажу это все. Ну и вот сейчас я уже у себя в Америке, дома, можно сказать, в своей квартирке. Кое-что меня заставило задуматься. У меня вообще не хотела я продолжать свой канал. И уже была уверена, что все мои подписчики подписываются, но нет. Отписалась там, по-моему, человека два. И когда я вчера, не позавчера была на бассейне, пришел вот этот паренек, который чистит бассейны. Ну, он же со мной общался, и я тогда рассказывала про свой YouTube-канал. Он меня поспрашивал, говорит, почему меня долго не было, я рассказала, где я была. Он: ну как твой YouTube? Что-то, я говорит, что там ничего нет. Ну, я же сказала, что потеряла желание это все делать. И он так тоже меня подбодрил, говорит: ну как же, у тебя там столько подписчиков, у тебя все ждут, наверное, надо продолжать это дело. Ну, я думаю, какой-то там парень, который вообще не знает меня, и то мне пожелал продолжения моего канала, не говоря уже о том, что мои знакомые многие уже тоже мне написали и ждут моих видео. И сегодня такой день, который я решилась как бы на этот шаг. Сегодня день моего рождения. Я приняла очень много поздравлений, в которых прозвучали слова очень теплые, хорошие. Всем спасибо большое. И поддержали меня, и пожелали мне творческих успехов и продолжения моего YouTube-канала. Ну и после этих всех поздравлений, я думаю, грех молчать, надо что-то делать. Я уже, ну, за некоторыми блогерами тоже слежу, смотрю там инстаграм их, у кого-то есть и инстаграм, и ютуб. И вот там девочки говорили, тоже прекратили ютуб, говорят, произошло какое-то творческое выгорание. Вот думаю, наверное, ну и у меня произошло это выгорание. Я очень много делилась своей энергией и через YouTube, и так в реальной жизни. Ну, многие знают, что я общалась на фармаркете с большим количеством людей. И, наверное, как-то немножко, слишком много раздала своего огонька, что мне даже, вот, я же говорю, вот такое со мной произошло. Но потом подробностям расскажу, где я была. Наверное, я немножко поднабралась этой энергии или сохранила. Так что сегодня у меня такой план. Одеваемся красиво и идем в ресторан праздновать мой день рождения с Дональдом. Джессика собиралась тоже, то есть я собиралась пригласить Джессику, но она сегодня работает, так что мы с ней завтра поотмечаем. Ну, а сегодня вот такое вот коротенькое видео, потому что там много чего рассказать есть у меня. Буду постепенно это делать в каждом видео. И я очень всем благодарна за то, что меня ждали, за то, что писали мне слова поддержки, и что мы ждем по-любому ваши видео. Всех хочу поблагодарить. Большое спасибо. Коротко о том, где я побывала. Это вот в Париже. После Парижа это была Ирландия, я проведала свою старшую дочь. И потом Польша. В Польше там столько событий было. Я увидела своего младшенького внука. Прошла курс, как это, молодой бабушки. Потому что это давненько было с прошлыми детками. Ну, ничего не забыла, все хорошо, все нормально. Это все очень сложно с детками возиться. Но ничего, я это выдержала. Потом я поехала в Турцию к Лере, у нее побывала. Вот она меня сподвигла на такие перемены. Говорит: мама, давай меняться. Есть у меня запись, куда я ходила, в какой салон, кто меня подстригал, менял немножко цвет волос.
Все это покажу в следующих видео, так что оставайтесь со мной на канале и будем вдохновлять друг друга. Когда я была в Польше, я встретилась с хозяйкой квартиры, на которой мы жили, вот когда сразу после войны туда приехали. И с ней общалась, я рассказывала, что я в Америке делала, показала ей пару видео своих, как я играю на скрипке. И получается, я сама себя вдохновила своими видео. Думаю, боже мой, так это же как красиво. Люди радуются со мной, это надо продолжать это делать. А я была уже вообще настроена бросить все. Вышла на улицу показать нашу жару. Одеваю очки, потому что настолько солнце, что невозможно без очков. Просто так, не жмурясь, не щурясь, смотреть. Что я рада, что вернулась в свою теплую страну, потому что в Польше нас там погода не радовала, но в Ирландии немножко была хорошая погодка. В Париже на меня там аллергия напала, я уже рассказывала в моих видео, кто смотрел. Сейчас течет с других мест, я имею в виду, так жарко, что на улице пешком не походишь, только на машине. И перебегать там с машины в магазин, с магазина в другой магазин на небольших расстояниях, потому что 40, 41, 42 градуса по Цельсию. Я вообще собиралась в другом платье пойти, а это, думаю, дай померяю, потому что я думала, что не влезу в него. Ну, вроде бы хорошо получилось, хорошо вошла. Тут еще немножко, конечно, можно поработать, но это будет потом. Так что, наверное, в этом пойду платье. Вот, я хотела вот этом. Но я там и фотографировалась в нем. И пиджак у меня есть красивый. Но пиджак сейчас жарко одевать. Так что, как вам? В каком наряде? Что-то этот цвет мне не очень. У меня сумочка красная. Мне нужна красная балерошка. Боже, а что же водить? Ну, вот у меня такой тоненький пиджак есть. Наверное, его одену в ресторане, если там будет кондиционер работать. Мне, конечно, нравится этот пиджачок. Это, кстати, мой подарок. Мне подарили мои родственники с Далласа. Так что спасибо вам большое. Я прям вообще хочу теперь поскорее холод, чтобы я могла его одевать. Думаю, на сегодняшнюю жару 40 градусов. Кстати, сегодня не так жарко. Наверное, это будет занадто. Одену тот тоненький беленький. А так, в принципе, ничего. Или как вам? Пишите свои комментарии. Кстати, вот такой еще есть у меня пиджак летний. В общем, вы пока пишите комментарии, а я не знаю, в чем буду. В машине посмотрите, в чем же я решила все-таки ехать. Или же вот это. Наверное, он больше подходит по цвету. Так что вот такой у меня наряд. Ну что, я уже собралась. Едем в ресторанчик, мое платьице, то есть сарафанчик, жара на улице. Быстренько перебегаем машину, потом в ресторан. Приехали мы в ресторан, сейчас посмотрим, что там будет хорошего. Ехали в машине, вообще мокрая вся, разжарились. Заходим тут как в холодильнике. Хорошо, что взяла пиджачок. Salad is gonna taste. It's vegetable. What can they do to a salad? Давай. Happy birthday. Happy birthday. О, я заказала лосось в медовой корочке и с салатом. Салат очень вкусный, с тыквенными семечками, с клюквой. И что-то чего-то тут острого много. Перец, наверное, есть. И вот эта медовая корочка очень вкусная. Боже, вышли как на парилку. Салат с моим салатом.
take care of my salad. Ruby Tuesday. Ruby Tuesday, yes. Okay, I will show Ruby Tuesday. Все, едем домой. Ну, хорошо так посидели. Очень вкусный салат. Вкусный лосось. Такой медовой корочки. Даже забрала кусочек домой лосося и салата. Я не смогла осилить весь. Ну что, всем спасибо за просмотр. Это мое первое после перерыва маленькое видео будет. Ну а дальше я буду рассказывать, показывать некоторые видео, отснятые в моем путешествии. И буду ждать от вас комментариев. Очень приятно, когда есть обратная связь. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите свои